Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Перед началом нашего видео не забудь подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе мир юрского периода, который выходит сейчас каждый день. В общем-то, традиционных два наших турнира выходного дня. И начинаем мы тоже. Итак, читаем условия. Хищники две штуки, обязательное условие. И легендарный набор. Шаровый набор, мой шаровый набор. Так, два хищника. Давайте сейчас будем смотреть, что у нас здесь осталось после стримчика. Ну, много чего осталось. То есть нужно взять три динозавра, два из которых будут хищники. А с каких это пор здесь такая лажа происходит? Так, подожди, по-моему, прошлый раз тоже такая фигня была, да? Ютараптор гонит лони, блин, я думаю, да, что такие слабенькие? 8000, по 3 косаря они лупят. Просто офигеть. Ага. Я-то полез, оказывается, не туда. Я думал, в конец сейчас искать. Да. И два хищника обязательно. Вот так. Вот так. И вот так. Ну, там посмотрим, что будет получаться у нас. Так, за два удара не пробьет. 9000 жизней лифозавра, конечно, спасают. Какой трусливый попался ютараптор. Ну да, я мог бы его сейчас пробить, но потом бы как-то неудобно получилось. Я лучше подожду его атаки. Ну вот так давайте пробуем. Пробили. Ну да, на самом деле мы тут могли бы и двумя хищниками просто обойтись без Горгазуха 40. Что-то я так аж перестарался. Но все равно... Не все так просто. Так, ну с нетерпением жду наших двух следующих противников. Будет ли чем с ними сражаться? Надо было, конечно, эти бои сделать до стрима, тогда проблем бы не возникало. Так. Условия. Хищники X2. Да, не знаю, подождите, у нас, если у нас третий раз будет такое же условие, то я-то возьму Юдона, но... Но тут Тирекс кусает 4 косаря. Сейчас нам так не повезет, как в прошлом бою. Черт, чё-то я так не подумал об этом. Совсем как-то не подумал. Три атакуют на два. Вот это мы попали, ребята. Один, два. Да я же даже два удара реально не выдерживаю. Ну-ка, я хорошо, что поставил 4. Если Алик нас сейчас на все 4 проатакует, то будет хорошо. Ну, даже на 5. Вообще, шикарно, шикарно. Я думал, он будет послабее, честно говоря. У него 13 тысяч, ребята. Ну я его пробью. Ха-ха-ха-ха! Да, это все равно... Выиграть такой бой, это все равно, что выиграть в мегалозавра в турнире.
Так, что у нас тут что-то подвисло? Да. Вот не дай бог нам не засчитают этот бой. Будет очень обидно. Просто мне нечем будет его переиграть. Ну, а если динозавры останутся свободными, то это не факт, что мы его сможем повторить. Ух, 50 ДНК дали. Значит, засчитали. Условия то же самое. Два хищника, ребята. Но у нас теперь три. Два хищника. Не знаю. Ну, просто нет смысла за доллары кого-то выкупать. Это просто жесть. Как больно они бьются. Так, 3-3-3-3-3-3-3-3. На все три отлично. Ну вот, всего лишь наш 40-й дон самый сильный. Он ну, примерно как Гуаньлунь. Но на самом деле, Юдон наш бьет посильнее, наверное, чем мой 30-й Горгазух. Так. Так. Он проатаковал всего лишь на один. Так, ну у него там много баллов. Нехорошо получилось. Блин, Дилас самый сильный здесь. 6 атакует на 4, у него осталось 2. Смогу ли я его пробить за 3 удара? А фигушки я его пробиваю. Ну, надо было, конечно, проатаковать, но ничего, он сейчас проатакует на 5. Но ситуация та же самая остается. То есть атака у меня на 3. У него остался опять 1 балл. Ну хотя надо было 1 балл перенести. Так, вот теперь мы его пробьем. Терпение, ребята, терпение. Может, мы его и за 3 пробивали, конечно. Но так, чтобы наверняка. Тяжелый легендарный набор, нифига не шаровый. Так. Нас опять сюда выбросило. Ну и осталось у нас два хищника. То есть два хищника и все. Так, ну тут у нас уже выбор, конечно, небольшой. Но и противники слабые. Опачки, смотрите, Димитродончика я давно не брал. Не, не так. Вот так я хочу. Там какие-то... Ух ты, ё-моё, усиления такие у меня непростые пооставались. Держим оборону. Три дрезины.
нам не страшно. Блин, все три приходится атаковать. Так, давайте подменимся. Так, ну и до свидания. Так, любое животное X2. Три тирекса. Какое же у нас тут есть животное X2? Так. Есть карна. Мега и карна. Так, а усиление обязательно брать? Да, хотя бы одно какое-то нужно взять. Ну и я отвечу тем же. Давай еще на два. На тебе три. Вот и все. Так, и любое животное X1. Метриофадоном. Ну, по-моему, это будет легко. Метриофадоном. А таким метриофадоном. Ну, давайте. Одним метриофадоном. Раз нам так предложили, будем их кромсать. Так, минус. Надеюсь, если мы будем все время атаковать, то мы тоже победим. Он не успеет они накопить даже. Ну, 8 баллов он бы меня пробивает легко. 8, там будет 1006 урона. Может, он бы так и сделал, если бы в защиту ставил хоть иногда. Я просто не посмотрел, что он там такой идет. Опа, взяли нам и наваляли.
Вот, да. Вот последний-то посильнее будет. Чё-то я это выпустил из глаз. Так, ну одно животное нам предлагает. Ну, сможем ли мы? Всё-таки попробуем одним. Так. Ну, у него не может быть еще много баллов. Только не говорите, что ему хватит. Это было бы вообще эпично. Сила, да, удары Дейнахера. Жизни-то мало. А сила-то какая? Так, чудище Монголии. Галимим, да, страшное чудище Монголии. Еще големимчик. Еще големимчик. Других чудищ в Монголии походу не было. Ну вот такие вот дела были, ребятки, у нас. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.